Добрый. Идем с Анютой за посылкой. Надежда нам выслала какую-то посылочку. Надежда выслала нам посылочку какую-то. Сейчас, если получится ее забрать, если нам отдадут, то заберем и будет ништячок. На улице у нас ветрище, но жарко, ништяк. Так что идем. Нютка пошла поменять капотульки малой. Маманя вчера приобрела, и они слишком большие. На 50 размеров. Как будто на вырост покупаем. Пошла сейчас поменяем, взяли. И на почту. Я пока хочу перейти вон на ту сторону. Переходит. Вообще ничего не боится. Нарушает правила. Что-то не получается, видать, у нее. Не знаю, что. С чем-то уже идет, с каким-то листком. Судьба, короче, посылку получить. Она в Советском. На сортировочном центре. Не дошла к нам. Завтра придет. Так что сегодня без посылки. Завтра посылочку отдадут нам. Анюта. Что за вкус-то у это? Купила газировочку. Ну, не газировку, а лимонад. Идем обратно, короче. По ништяковому леску. Вроде все уселось, все ништяк так. Травчик, не травчик. А почему ты так можешь? Вообще хорошо. Бандитос. Как бы деревья тут не на это. Он как качается. В любой момент может пасть на нас. Короче, идем без посылки. Нюта несчастная у нас, да? Почему? Ты что, плачешь? А, это газы, да? Какие газы? Ты что? От этого, от лимонада. Тебе как будто так сейчас в нос попало. Нет? Газики. Ты что? Че ты? Че она тут? Стельку прикольно. Угу. Домик. О, тенек. Как? Сколько ты? Где? Там, на лавке. Можно? Смотри, вне. Не, пока не спит. Только как ты спустишься? Так. Вот так вот берешь, ты говоря. Вот здесь поменьше. Вон там вообще можно спуститься. Говорит, спустимся. Там бревна заросшие, ты на них не... Там, у меня есть дождевик, на котором... Привет! Здрасте! Здрасте! Когда говорят здрасте, мне охота сказать... Давай, свою накрасить. Посылка нам пришла. От кого? От Нади. Открывать сейчас будет. Она очень просила ей скинуть, показать. Да. Да. Сходили. Надя, посылка от тебя пришла. Да. Пахнет. Пахнет, да, слушай. Чем? Не абрикосами. Потекло. Не потекло. Главное, чтобы не потекло. Я выпросила у Нади посылку. Да? Да. Не порежь себе, главное. Выпросила у Нади посылку. Да. Здесь-то порежь. Подожди, убери. Это тебе, наверное. Что у меня? Не знаю. Прикольно. Это ночник с водой. Это не ночник. Это как у нас китеныш такой есть. Это для ванны, для совки. Ага.
Дай нож. Круто. Ну, само разрезает. Да, кипченый. Он на батарейках для ванны, у него вот тут фонтан из него. Да, да. Вообще круто. Ну это для совки. Да. Это, видимо, для Ромки. Это для тебя, нет? Набор декоративной косметики, тени, блеск для губ. Круто. Ну, это она увидела, что у Анюты косметика ни о чем. Вот. Будешь хоть краситься. А это что такое? Это, видимо, твои. Да. А я? Да. Это же ты просил. О, спасибо, Надя. Да, гречка зеленая. Зеленая гречка. Буду ее хранить на случай, даже ее пробовать не буду. И самое главное. Зеленая гречечка. Самое-самое главное. Так оно тут некоторое. Блять. Потек. А что, почему в тюбике тут еще что-то? Тюбики — это отрава. Короче, банка. Квашеная капуста. Она потекла, блядь. Ну соберешь. Ну соберу, да. Что это? Это крем. Классный. А в тюбике что, тоже он? Это крем какой-то классный. Гори жопа называется. Mm. Будешь плохо себя вести, я тебя намажу ночью, подснешься с горящей жопой. Бляха муха. И так каждый день подгорает. Вообще, Надюшка, спасибо большое. Очень классно. Блин, кита надо попробовать. Вообще клёвый. У нас побольше голубой, а этот беленький. Вообще клёвый. Он должен быть вообще классный. Этот-то поменьше, лучше, а то тут здоровый, блин. Да? Они батарейки быстро садятся у них. В них, да, только единственное, быстро махом садятся прям батарейки. У нас... Или надо ложить просто, наверное, вверх ногами, чтобы вот этот датчик не срабатывал. Думаешь? Ну да, потому что он, когда его двигаешь, видать, он начинает что-то там зынь-зынь, надо вверх, он же отсюда питается, ну типа. Вот отсюда. Ну вот, их надо переворачивать, скорее всего, чтобы не садились, когда помылись. А у нас же все вот так лежит, и батарейки, все. До свидания. Думаешь? Да, на язык-то попал. Ну, что делаешь? Подожди, мне надо убрать его в холодильник. Надо собрать аккуратненько, сейчас я все открою. 17% от суточной нормы. Источник белка. Понятно? Зеленая гречка. Ну, у нас такой нет уже. У нас нету такой, да, я не видел. Хотя у нас макароны, хотя увелка. У нас увелка, так все. Ну, не сказать, что она прям зеленая, да? Некоторые вот. Такая немножко, да. Надо попробовать, сегодня сделаем, да? Нет. Да ну не начинай. Ничего не будем делать. Спасибо, Надя. А тюбик — это, может, зубная паста тебе? Попробуешь? Это рот тебе заклеить надо. Клей. Ты что, есть? Ты боишься, что ли? Ну всегда так, блин. Рыбка. На. Она сейчас будет ныть, потом, блин, играть. Так это для ванны, а не так. Да? Все? На, гречку тебе потом. Вот это да, скажи, да? Папина зеленая. Греча. Папа просил гречку зеленую.
колечко Софии. Так это надо убрать, чтобы София висит, знаете, потом с тренировки придет. Она ушла уже на тренировку. Mm-hmm. Че, все? Будем прощаться, распаковщики? Маши, да. Пока. Маши, пока. Маши. Маши, пока. Пока-пока, Маши. Пока, Маши. Туда, пока. Пока-пока. Что, посрала? Ну, что-то пахнет как-то странно. Нет, не срала. Ага. Дай-ка. Отдай. Добралась. На. Ну все. Спасибо за все. Большое, огромное спасибо. Очень классно все. Правда классно. Аня, гори жопу, помажет на... Ну, я говорю, банка, она мне еще пишет, говорит, а в банке, говорит, из подквашенной капусты. Я говорю, ну ничего другого я не ожидала почему-то. Может, это квашеная капуста есть? Которую она в электричке возит или где-то в метро. Не знаю. Ча? А? Жопка. Что? Что? Софа, упадешь. Аккуратно. Да упадешь же, ты видишь, как высоко там. Это мамин кремушек. Ванища пошла, что ли? Да, он, наверное, и так, и в этом. В тубе. Ну, это типа надо, чтобы с собой можно было носить. Вот интересно, как-то надо. Так ты его зачем бег-то поднимаешь по всей крышке сейчас на крышку? Банку достанешь, а с пакета просто выжмешь. Я уж тоже. Вывернешь пакет и все, и перчатки оденешь. И как раз мы можем. Смотри, чтобы она туда не усвистела. Как она свистит-то? Блин, вытих, жалко так. Он, знаешь, на что похож? Помнишь, как эти были пудинги-то в детстве? Ну, йогурты, пудинги. Ну, они сейчас, наверное, есть. Ну, это мы скотчем замотала. Надо было скотчем по кругу Надюша заматывать. И все. Крышечку скотчем по кругу, чтобы щелей не вытекало. Но она оттуда как раз себе намажет. Она же от жадности сразу все смажет. Подумать, что жир уйдет прям за ночь сразу же. И сколько? Ну, вот тебе как раз это мало. Пойду мазаться. Не пропадать же добру. Все, ладно, пока. Все, давайте. Спасибо.